Всем привет, ребята, с вами Риверс, продолжаем играть в Тени Войны. Третья часть, все дела. В общем, я прибыл в новую локацию, вчера ночью немножко поиграл не на запись, буквально там минут 20, убил здесь одного главаря, и попался мне, знаете кто? Мне попался тот самый орк. Давайте посмотрим на армию. А можно как-то выйти на другую армию? Короче, тот самый орк, который убивал нас несколько раз, апнул на нас 21 левел. Я его убил, и с него выпала вот такая вот туника. Зацените. Заходим в персонажа. Не сюда, в предметы. Вот она. Вот такая. Была у нас, собственно, вот такая туника. Стандартная, а эта туника... Гондорский доспех. Открывается, что у нее? Идеальные контратаки. Нужно выполнить испытания, и тогда появится у нас шанс набрать 10 единиц мощи при получении урона. Вот такие вот интересные штуки. Шанс поджечь врага при критическом ударе. Критический удар у нас еще пока недоступен. Я тут посмотрел немножко, какие можно скиллы прокачать в персонаже. Нам нужно вот эту всю ветку, по идее, прокачать. Затем нам нужно вот здесь качнуть заморозку себе. Где она? Вот она. Ледяной шторм. Это мы нажимаем на Б. Ну вот, собственно, вам показывается на видео. Нажимаем на Б, и, собственно, это стандартный скилл из первой части. Он доступен был сразу. Прям изначально сразу. Затем тут у каждой обилки есть свои улучшения. То есть нам тупо нужно качаться. Давайте расскажу, как я убил этого орка. Я его выманил вот на тот пригорок. Не пригорок даже, на ту постройку. И размотал его, короче, один на один. Других орков откайтил. Так, давайте очистим. Саурон. Так, теперь нам нужно искать всякие ништячки здесь. Оп, 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 вот сюда куда-то. Гондорский артефакт. На него мы тоже сходим. Где-то вот здесь. Ага, тут даже много артефактов. Во-во-во, было что-то. Еще один артефакт. В эту сторону. Тут тоже что-то есть. Давай, 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 игра. Ну вот, куда? Еще что-то. Так, и последнее осталось. Может быть, где-нибудь здесь? Очень странно. Ах, вот эти поиски интересные, конечно. Очень, очень интересные. Такая же фишка была в Безумном Максе. Если вы играли в нее и либо смотрели прохождение на моем канале, мы ее прошли всю. Безумный Макс на канале. Ролики, по-моему, доступны даже до сих пор. Игра прикольная, интересная, но там, по сути, кроме гринда и улучшения тачки, ничего особо не было. Сюжетных миссий там, по-моему, 20 всего было. Остальное там какой-то такой, ну, даже не второстепенные. Как их назвать даже? Ну да, второстепенные задания, что тут непонятного-то. Ну где же ты, блин? Запарило уже. Хоть какой-нибудь намек... Во! Вот сюда. Сюда. О. Все. Все открыли. Итак, куда мы идем? Давайте сначала посмотрим, есть ли здесь главари. Здесь пока ни одного нет главаря, который нам нужен. Там я вижу белые орки. С белых орков падают руны. Я выбил еще одну руну. Руна у нас на здоровье. То есть нам нужно что сделать, получается? Нам нужно сейчас разблокировать какую-нибудь... Руну, она стоит 1000 монеток. Я буду сейчас монетки все на разблокирование. Даже не руну, а ячейка для самоцвета. И самоцвет можем сюда вставить. Но здесь у нас на урон. А в оружие. Угу. Прикольно, слушайте. Ну вот, в общем, купим в одежду руну себе и поставим на здоровье. Ладно, погнали. У нас, в принципе, есть задание одно вот здесь. Палантир пока не досягаем, но, возможно... Видение Шеллоп укажет вам путь. Идем к Шеллоп.
Посмотрим, что она нам скажет. А где я нахожусь? Я вот неподалеку нахожусь, в принципе. Здесь враг у нас есть. Он скоро исчезнет через... Получается, через одну смерть. Нашу. Он поменяется. Либо через ускорение событий. Можно вот, по-моему, на этих вот штуках ускорить события. Или бы нельзя. Я хрен знает. Ладно, пойдем на задание. Оно у нас отмечено. И по пути поубиваем вот этих вот беззащитных орков. Оп! Как вы помните, в прошлой серии я прокачал себе возможность бегать бесшумно. То есть нам, по сути, не нужно сейчас даже прикрываться. Они нас все равно не заметят. Так, 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 стоять. Ты кто? Ну-ка, стой. Ёперный бабай. Ну, давай с ними подеремся. Оп. О-хо-хо-хо, это что было? За атака такая. Интересная. А, нет-нет-нет, слишком жестко, ладно. Уходим, пока очень мало хп у него. Он в больших схватках. Может быть и может, конечно, участвовать, но у меня с этим пока возникают проблемы. Да, новый враг, гули. Мы их видели в прошлой части, это даже плюющиеся гули. А может они все плюющиеся сейчас? Ну конечно, что бы не сдохнуть-то, блядь, от гуля. Да он сейчас захилится, по идее. А! Все, хорош. Ладно, бежим отсюда. Пускай они там сражаются, а мы залезем наверх, захилимся сейчас. Сожрем какого-нибудь орка. Вот этого, допустим. Ну-ка, отдай мне свою душу. О! Он залез за нами! Отлично. Нам нужно на веревочку на эту. О, давай, давай. Валим все. Хорош. Здесь какой-то артефакт. Найден артефактов. Отлично. Окей, посмотрим. But that demeanor masks a cunning and cruelty well suited for warfare. Their weapons likewise seem brutish, but make no mistake, they know their purpose. А в прошлой части на таких артефактах появлялись знаки. Ну, не то что знаки, такие некоторые точки. Если ты найдешь эту точку, то дополнительная информация будет. Видимо, здесь такого нету, либо я не нашел. Ну, понятное дело, что ты необычный орк. Мы с тобой сражаться сейчас не будем, просто добежим до задания. Пока подкачаемся на основных заданиях, потом будем уже расстраивать охоту на орков. Затем ты меня убьешь, я понял, да. Ты красавчик, конечно, но я с тобой сражаться даже не собираюсь. Так что как-то ты проиграл. В этой ситуации ты проиграл, чувак. Давай, давай, залазь. Все, просто идем дальше. О, да, гордонский артефакт. Гордонский. Сейчас захилимся и свалим. Стрелы у нас есть. Нужно прокачать, конечно, стрелы будет. Ну да ладно. О, да, классный прыжок. Мне нравится. О, господи. А, ну, враг Грауги. Грауги — массивные звери, которые так просто не убить. Когда Грауг зарычит, стреляйте ему в голову сильным выстрелом, и вы его оглушите. Окей, понял. Как-то похеру. Высосим из него душу и посмотрим на... про вожака мы ничего не можем узнать из обычного смертного. Мы можем узнать только чисто про капитанов. Вот про этого посмотрим. Уязвим для скрытности. Его можно, в принципе, с одного удара убить. Давай отметим цель на карте. Посмотрим, что он там делает. Ну и этого, конечно же, тоже убьем. Все хорошо. Ах ты, сучка. Подеремся с вами немного. Ну все, собственно, как-то так. Тут уже красная зона идет.
Здесь нужно башню ушатать. Что за задание тут? Давай выполним, раз пока здесь. Четыре тысячи опыта. Несколько волн перебить. Окей. Alarm is little more than a call for help and a cry of terror. Убить врагов на заставе. Ну, давай подеремся с вами. Оп-оп-оп-оп-оп, пацаны, что такое? Я хочу бурю накопить и попробовать еще с ней посражаться, с этой бурей. Сразу суперударчик. Оп. Удар плечом нужно провести. Да, твою мать. Еще и горение подловил. Держи. Да, слишком больно. Слишком больно. Уходим. Уходим, 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 уходим. Давай, только не по огню. Давай, залазь. Залазь! Да... Тихо, 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 тихо. Залазь! Так, нам нужен какой-нибудь орк, которого можно высосать будет. Давай, 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 давай. Есть. Хорош. Пойдем на арену. Вот на арене будем с вами сражаться. Да, вот эти вот новые лучники, которые по КД просто по вам стреляют с самого старта игры. Это просто жесть. Они обычно появлялись в середине уже игры. Хорк. Хорк. Тоже копейщик. Это такой Пока сложно, ребят. Пока сложно с ними. Его бесит чужая скрытность. Велика вероятность, что мы прострем сейчас. Это прям 100%. Ну, не 100%. Но вот, когда будут по нам вот так стрелять, то мы точно прострем. Поэтому лезем наверх. Ищем орка какого-нибудь, вот этого, например. Одного, одиночку. Высасываем из него душу. И ловим просто на себя смертельный удар опять очередной. Давай, захиливайся, отлично. Давай, 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 давай. Есть, хорош. Валим. Так, нам нужен тот именно орк. Где ты там? Где-то здесь находится он. Сейчас попробуем пострелять по нему. Давай, пошла жара. Деточка. А, стрела есть у нас? Сейчас мы его взорвем нахер. Да все, хорош трепаться. Да мне плевать, что ты думаешь вообще. На тебе, друг. Еще вот так сверху тебе. Оп. И сразу. Пошла жара. Ты что, шутишь? Отступать, что ли, вздумал? Серьезно? Давай, есть. Все, изи. Ваш вожак пал. Кто вы теперь после этого? О, да. Получено очко навыка. Красиво. Разблокировали зону. И сразу идем прокачку. Персонаж. Для начала что мы берем? Какой себе скилл? Контратака у нас есть. Призрак. Блин, нам нужно призрака прокачивать. Давай тогда прокачаем. Контратака у нас, смотрите, критические удары. Нам нужно до этого докачаться. Все. Вот эту покупаем себе. Идем сразу в предметы. Смотрим, что за плащик нам выпал.
Вот такой. 5. 4 скрытности. Этот 5 скрытности. Окей. Вот, хорошо. Уже плащик поинтереснее смотрится. Ох ты, классный плащик. Так, что еще есть у нас? А вот тут квест как раз, смотрите. Шеллоп. Нож во тьме. Нет, какой-то другой квест. Еще одна руна на хилку. Самоцвет жизни. Стрелы, стрелы есть, все хорошо. Здорово, друг. Так, ну все. Подожди, монетки еще есть. Серьезно? 50. Можем взять сундук, но я накоплю лучше на самоцвет. Нож во тьме. Палантир пока не досягаем, но, возможно, видение Шеллоп вам поможет. Окей. Спросим Шеллоп, что не так с нами. Вот почему он всегда стандартный в свою экипировку превращается во время роликов. Мне вот это напрягает в играх. Могли бы сделать на движке игры. Мне это именно как сцена идет. О, горлом. Здорово. Так, новый враг. Олокхай. Боевые тролли. Олокхай крепкие бойцы с мощными атаками. Перепрыгнуть их не удастся, но вы можете избежать урона, нажав А, чтобы уклониться или проскользнуть им между ног. Их можно оглушить сильным выстрелом в голову или своевременной контратакой. На огрушенного Олоха можно обрушить град ударов и удерживайте РБ, чтобы сесть верхом на него. Сидя верхом, нажимайте X, чтобы носить удары в спину. И направляйте Олога по его же союзникам. О, круто! А, на Б можно было нажать. А нафиг ты на него полез? Я даже не нажимал на А-то. Оп, оп. Да зачем ты на него лезешь, дуралей? Во, хорош. РБ, РБ. Ну, РБ. Во, хорош. На X, на X, на X, на X, на X, на X. Тыкаем его. Давай, давай, давай. О, да, красиво. Вот это да. Ну чё, пал, чувачок? Какой-то грустный талион он стал, пипец. Что-то голым плоховат здесь. The strings. We share a common enemy in Sauron, and you can't always choose your allies. You don't. На анимация бега такая же у него, как в фильме прям. Давай, 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 пойдем. Блин, что здесь броньку менять можно? Это меня радует. That wasn't just a troll. They are Olokhai, war trolls. They're smarter, faster, and immune. Стреляйте в яйца гуля. Sauron's forces are more powerful than ever. We hate them as much as we hate nasty orcs. We keep our distance, so we don't get squished. А что можно сделать со статуей? Like how you tried to crush my head with a rock the last time I saw you. But we didn't. О, прикольно. Опа, 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 стой, 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 стой. Это что за руна? Самоцвет богатства, видимо, золото. Ой, золото, говорю. На улучшенный дроп. Ну что, долго мне за тобой еще идти? Плащик такой. Не, ну бронька мне это не нравится, как выглядит, если честно вам сказать. Я все жду, когда нам дадут темного слуги Саурона броньку. Вот она охренительная. Такой full set доспех с капюшоном еще. И темные глаза у него будут. Ну это, по-моему, под конец игры уже появится. Close, Brightmaster.
Так, сейчас Шелоп появится. Опять он в этой старой броне. Return what you have stolen. Silence, Ringmaker. You forget yourself. Stolen. You begged me to have it. Мы сейчас, видимо, как-то Шеллоп либо обманем, либо сделку заключим очередную, что нам кольцо отдаст, потому что по игре он с кольцом будет ходить. There must be a way. There is truth in your vision. Grant me another. To what end? For knowledge? To dominate? Oh, you don't have to tell me. Ну, Шелоп, посмотрите, как живая. Анимация лицевая вообще классная у нее. Так, какой-то орк. Назгулы. Из роликов я тоже видел, что мы будем с назгулами сражаться. Назгулы это слуги Саурона. This knowledge can guide our hand. If we kill this assassin, perhaps this future will not come to pass. She can be saved. She will live or die with honor, and it will not shift the tide of war. It is Castamir who must be protected. If he falls victim to this assassin, we will lose the Palantir. Who you found in precious? For the Bright Lord. We go to kill it, Amnon. Yes, we'll find the nasty assassin. Окей. Я сейчас хочу, чтобы мне дали какую-то награду за это задание. Желательно в виде монеток. Мы сейчас магазином не можем пользоваться. Не можем посмотреть, сколько у нас монеток. А хотя нет, можем, слушайте. Чё это я? Можем зайти в 755, ладно, мало очень. Тыщенка нам нужна. If we find the Uruk bodyguards he's targeting, we'll find the assassin. The first one is near. This way. Так. А, они с гулями там сражаются. Окей, ну на нас тут вообще никто внимания не обращает. Всем насрать. What are those orcs doing? You're afraid, just like the captain. Admit it. I'm not afraid. Then do it. Just Оп! Супер удар. Ну как супер удар? Я не помню, как это называется. Мощная атака, наверное. У нас же есть еще вот такая атака, точно. Совсем забываю про нее. Вот это вот. Но она очень медленная, и нет резона ее использовать. Здесь стрелы разбросаны. Only a Morgul blade could have caused these wounds. We're on the right track. He's been dead for some time. We'll need to move faster if we want to catch up with the assassin. Зачем нам голум в такой ситуации? As the assassin kills his way up the hierarchy, he'll continue to seek bigger targets. Нет, этого нельзя. Там яйки можно убить. Like Castamir. Yes. Castamir is the only one who knows where the Palantir is. He must be kept alive at all costs. Прикольно, смотрите, следы грязи такие остаются еще даже.
Знаете, что еще было бы классно в этой игре? Чтобы броня менялась не чисто вот полностью броня, а по частям. Допустим, перчатки такие, сапоги другие. Ладно, нас не засекли. Расследование в стиле Ведьмака уже начались. Да ты застрял, серьезно. Отлично. Опа. Очередной артефакт. Я думаю, что эта плата из Easterling manufacture. The ceramic and the style of decoration is a sort unknown to me or anyone I've shown it to. Не, ну здесь нет такой шляпы. Ладно, тут субтитров все равно нет. Английский я не знаю, не могу вам перевести. Знаю на уровне «Привет, пока». Оп, красиво. Опа, нас засекли, надо перебить их. Подожди, горлом. А, блин, пропустил. Надо уворачиваться от прыжками от таких ударов. Подожди, мне надо. Голым, братан, стой. О, все. Идем дальше. Ну что ты, голым, давай хоть пообщаемся с тобой. Как твой день прошел, например? Сколько сырой рыбы съел? Или орков захавал? Уничтожить патруль, окей, пойдем. Еще один остался. О, даже поджег его, серьезно. Слушайте, классно. Ты же не залезешь все равно. Так, мы можем его оглушить. Оп. Когда сдохнешь-то уже? Ясно. Была ошибка. Вот это хорошо. Выпадает с них что-нибудь вообще? Нет. Только жизненный опыт. Когда он их увидит, он всегда их убивает. Чтобы отравить бочонок, окей. С радостью. Stay here. I can find him on my own. Опа.
Господи. Так, кто-то засек нас. Нам надо выше забраться. Залазь давай. А он жертва, она еще живая, смотри. Так, кто нам нужен? А, нам сразу отмечают, да? Отметить цель. Голум, наемный убийца. Он нам нужен. Окей, я понял. Все, идем. Красиво. Все, он куда-то туда нам. Да ты чё не прыгаешь-то? Голум. Так, фатально горюч. Надо его сейчас заманить. Яичко сначала разобьем. Пчел вызовем. Он ошеломлен пока что. Все, это наш шанс с ним подсразиться немножко. Бесят раны его. Серьезно, ты че? Дурной что ли? Да ты слезешь отсюда. Да господи. Не того. Угу, очень. Давай, прыгай. Хорош. У нас буря есть? Нету. Тихо-тихо-тихо. Отрава, да сука. Нет. А, господи. Икс. Хорош. Пошла жара. Вот это уже вызов для игрока. Это серьезно. Надо сначала вот этих вот перебить. Блин, отрава, я сейчас сдохну. Надо отбежать от хилиться. Какого-нибудь сожрать орка. Погнали. Есть тут где-нибудь поблизости орк? А вон же был! Ты дурной! Давай назад! Быстрее, 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 быстрее! Пока никто не залез за нами. О, приветик! Как дела твои? Рили! Рили! Ясно. Так, ладно. Окей. Задание провалено. Это не страшно, мы его нашли. Его можно пчелами дважды уничтожить. Вот сюда залазим. Смотрим, что есть поблизости. Давай, призываем вот эту штуку. Вот эту штуку. А, сука, ты серьезно? Вот эту? Вот эту? Ошеломлен он. Окей, так, там того лучника пойдем сначала ушатаем. Ого, красиво. Держи, друганя. Сюда бы его как-нибудь перевести. Давай, Грок, отравим. Нельзя. Может, вы будете пировать тут. Чисто случайно. Не узрим к обстрелу. Он фатально горючий. Его надо привести. А, вот еще лучник. До свидули. Залазь давай, да, у нас стрелы есть, отлично. Вот сейчас. Иди сюда, друг.
Подожди, а где? А, я не могу, не умею эту штуку еще делать. Я ее не выучил еще. Окей, а где еще горючее-то у нас есть? Вот туда его надо увезти. Ну, пойдем. Давай за мной. Тут где-то стрелы должны быть. Это прям по-любому. Хорош. Тусуйся сюда. Алло. Друганя, я тут. Приветик, приветик, приветик. Там нигде нет поджига, да? Окей. А даже не буду залазить. Мы сейчас его прям... И вот иди сюда, я тут. Давай, 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 друг. Давай. Ну, ну, ну. Ну давай. Да на. Получено очко. Ну, навыка имею в виду. Так, вообще-то я его убил. Yes, Ethel will go the way of all flesh. We only need the Seeing Star. How much of your soul was lost in that ring? The Dark Mistress will be pleased. Real talk. Задание выполнено. Опыта мы получили немножко. Воспользоваться одним из страхов. Мы это тоже сделали. Отрыг угрозу смертью. Вместо сбора сведения о капитане вы получите приказ. Вы можете приказать червю передать ему вашу угрозу смертью. При этом в данной области будет создано уникальное задание «Заглядок врагов». Когда вы посылаете капитану угрозу смертью, его уровень повышается. Победить его станет труднее. Зато в случае победы вы получите снаряжение более высокого качества. Это мне нравится. Обязательно воспользуемся. Пойдем в меню. Сначала зайдем... А нет, в магаз даже не будем заходить. Нет, нет, нет. Не заманивайте меня на сундуки. Для начала мы посмотрим, что у нас тут есть. Есть такой вот кинжальчик 215. Но у нас есть такой. А он пока ничего не делает. Ничего не дает нам. Давай 215. Пускай будет. Здесь разблокируем. Руну. Ставим сюда руну жизни. Две штуки. Сильное похищение здоровья этим оружием. Улучшение недоступно. Можно еще одну руну жизни найти, мы улучшим ее. На 15%. Ну-ка, давай поставим пока что. Попробуем отсюда убрать. Убрать самоцвет и посмотрим. Да, у нас он остается, слушайте, самоцвет. Все, теперь у нас есть вампиризм. Немножко хотя бы вампиризма появилось. А, следующий тоже по 1000 все разблокируются. Ячейки. Это уже радует, ребята. Уже радует. А, и персонаж точно, мы забыли прокачать. Критический удар. Вот, это уже мне нравится. Изучаем. Все, и мы прокачали то, что нам нужно. Добивание на земле я им не пользуюсь никогда. И в первой части не пользовался. И во второй вряд ли буду. Контратака у нас есть. Сколько у нас? 115 осталось, да? Есть у нас что на халяву открыть? Нет, на халявных сундуков тоже у нас нету. Ребят, пишите в комментариях, какой длины вы хотели бы серии. Эта серия будет, ну, примерно 50 минут, я думаю, длиной. Какой длины хотели бы увидеть серию вы? Можно сделать их под 40, допустим, минутные, 30, вот так, минутные. Ну, в зависимости от того, чем мы будем заниматься. По одному заданию, допустим, выполнять. За серию. В общем, как-то так. Ну что ж, погнали дальше. А дальше мы погоним уже. А давайте тоже, хотя сейчас посмотрим, где мы находимся. Мы находимся здесь, да? Здесь есть монумент. Мы уничтожим.
и заставу. Давай пойдем на заставу, и там по пути монумент еще уничтожим. Что тоже довольно-таки неплохо. Подкачаемся. Сейчас у нас вампиризм есть. Здоровье больше стало. Есть вампиризм. Так, нужно нам орка одного забрать к себе в плен. Все, захилился. Отлично. Есть тут что-нибудь интересное? Здесь руны могут упасть. В принципе. Они-то между собой, смотрите, воюют уже. На этой заставе. Мы сейчас статую Саурона раздраконим. Ой! Ой! Что такое? Попасть не можете. Руну могущества. Самоцвет богатства, точнее. Все. Уходим. Надеюсь, я на фул хп буду. Так, если побить командира заставы, то тревогу вам больше не подымут. Окей. Сука, опять лучники. Так, убить лучников, которые командует чувак там один. Окей, идем убивать лучников. Это, думаю, будет легко. Если мы будем их убивать наверху. Вот смотрите. Ой. Они же слепошары и глухие. Скрытное убийство с краю нужно было сделать. Окей, сейчас сделаем. Вот допустим. Допустим, даже отсюда начнем это делать. Хорош. Сука. Он заподозрил что-то. Ну давай, ну ты... Во, хорош. А, опять с вами сражаться. Оп-оп. Сейчас нужно скрытое убийство провести. Да, хп восстанавливается, слушайте, за каждый удар. Мы регеним хп теперь, отлично. Будем ставить руну на вампиризм из-за своей кривизны рук. Ладно, без скрытного... А, хотя там еще 10 лучников целых. Ох, сколько рун сейчас нам нападает. Красиво. Давай, ну, хорош. Шла жара. Отлично. Ох, двоих надо было заблочить. Хилься, друг, хилься быстрей. Минус чувачок. О, да, урон идет жесткий. Да твою мать, уходим. Нет, не будем брать ничего, просто уходим. Куда-нибудь. Подальше. О, здорово. Спасибо. 5 уничтожили, да? Ладно, спрячемся. Потом за руны сходим. Так, ну это, этого убьем легко, я думаю. Солазь. Иди сюда. Чё такое? Минус один. Так, там следующий он сидит. А, ну тут... Ну серьезно, ну... Вот серьезно? Такие застревания будут сейчас. Давай. О, прикольно, слушай. Серьезно, я так умею? Почему я раньше так не делал? Так, один лучник там не с краю. Вот эти с краю находятся. Ой, главное, чтобы не засекли. Тихо. Приманим. Это тоже считается скрытым убийством с краю.
И вот этого мы еще сейчас так в головешку тебе. О, какой брутальный орк. Залысиной. Далеко находится, слушай. Ладно, сейчас надо как-то по-быстрому. Они нас все видят, да? По сути, да. Должны видеть. Ну давай. Нет, они просто все на чеку. Вы меня не видели. Вы не видели меня. Так, отлично. Подожди, стой, а ты чего боишься? Да будь свиньей, выбейся смертельные раны. Гарам нам нужен, да? Окей. Сука, они все за мной бегут. Ты куда убегаешь? Ну я же хотел тебе сведения сдобыть с тебя, не? Сафа, now! Гарам рыжий, получить сведения. Отлично, смотрим. Неуклюжий. Схватить его, если или сесть на него можно, даже не ослабляя. Слабый на голову. Боится замедления. Казнить его большой атакой. Ладно, ну в общем, сейчас мы ему в голову нашмаляем. Стрел нам нужно добыть первым делом. Обратно наверх залазим. Что такое? Тихо, братан. Вот этого. Отлетел паренек. Нет, здесь никого нет. Сюда не надо вам. Ну ладно. Так уж и быть. В голову. Окей. Вампиризм вообще ж знатная тема. Серьезно, ты меч поджигал очень долго, что ли? Так серьезно, так, такое жесткое оружие, что ли? Ой, 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 не успел. Ой, больно, сука. Ёперный бабай. Хера себе. Вот это ударчик был. Ну-ка, стой, свалим потихоньку. Ой-о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 й. Тихо, есть тут кто? Вы оглушены. Не можем... А, нет! Только не эта тварь здоровая. Вон там ходят какие-то типы. Пойдем хилиться. Вот один. По-быстрому сейчас захилимся. Хорош. Еще одним можно. А, они все за мной бегут. Окей, я понял. Оп. До свидули. До свидули. До свидули. Вон он. Стоять. Да хватай ты его. Так, окей, все. Стоять. Последний удар, походу, тебе, да? Ранен. Его бесит смертельные раны. Я понял тебя. Разбесит тебя смертельные раны, значит, получай в голову. Не-не-не, пока он ошеломлен, надо его добить. Есть, хорош. Фух, изи. О, бронька новая. Задание выполнено. Мы новый левел получили. Отлично. Да, дополнительная руна у нас появилась. Все, застава разблокирована. Хорошо. Ну что, все, разбежались. До свидули. Пойдем сразу прокачиваться. А тут что мы будем? Добивание на земле пока скипнем. Посмотрим, что здесь. Чем меньше у вас здоровья, тем выше шанс критического удара. Вот мы постоянно на соплях сражаемся. Это было бы неплохо для нас. Также нам нужно вот эту вот штуку прокачивать дальше. Блин, ну такие беспонтовые здесь обилки на самом деле. Вот это что? Эльфийский стрел восполняет, но это шляпа полнейшая. Вот здесь что нам дается?
Вы набираете мощь за каждое убийство, после которого остаетесь незамеченным. Это тоже хороший бонус, нам тут пригодился бы он. Вот здесь что? Это стрелы восстанавливает, это нам не надо. На уровне 8 будет доступно. Ну давай. Вот это пригодится, мы потому что частенько убиваем. Все. Вот так будет ништяк прям вообще. Айо. А, тут выбирать надо. Ой, господи. В каждом получении урона. Ладно, это такое. Будем стараться урона меньше получать. Ну что, ребят, давайте завершим на этом сегодняшнюю серию. Всем спасибо, что смотрели. А, ну давай броньку еще посмотрим. Предметы. Как она выглядит? Такая же, только другого цвета. Ну окей, но мы будем все равно в этой ходить. У нас есть вампиризм, надо все руны на вампиризм выставлять. Все, ребят, всем спасибо, что смотрели. С вами был Рирс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И не забывайте рассказать про это видео друзьям. Всем счастливо, всем до новых встреч.